Всем привет, дорогие друзья! Сегодня посмотрим на Dash, также посмотрим на биткоин. И, в принципе, я скажу то, что я собираюсь делать по рынку в целом. Поэтому сегодня эти две криптовалюты, сегодня еще некоторые интересные метрики, которые я для вас подготовил. В общем, сегодня поговорим про текущую ситуацию, что делать стоит, чего делать не стоит. Поэтому присаживайтесь поудобнее, будем сразу переходить к делу. Начнем с ситуации по Dash. Что у нас по Dash? Что я планирую делать по Dash? В общем, дорогие друзья, я собираюсь докупаться. Собираюсь когда докупаться? Примерно на данных отметках я возобновлю свои докупки. Почему? Потому что здесь я уже докупился. Я считаю, что закупил я, в принципе, нормальное количество монет на данный момент, и я готов эти монеты в случае чего нести, разумеется, наверх. Если дадут купить еще ниже, куплю еще ниже. Эти отметки, которые были на медвежьем рынке, в принципе, по которым я стартовал покупать, по которым я продолжу покупать, если мне дадут, разумеется, эту возможность. Собственно, на данный момент, в общем, объем по Dash у меня накоплен. Готов я к росту и готов к падению. То есть, если падаем, я буду докупаться. Если будем расти, я буду продавать. Решайте сами, кто будет когда покупать, но я вижу потенциал на последующее падение. Почему? Потому что посмотрите, сколько лонгов открыто. Это ненормально. В любом случае, каким-то движением это все будет выбрито с рынка, потому что это нужно сделать, без этого никуда. Собственно, по Dash ситуация такая, по Dash глобально давайте отдалимся, посмотрим, что у нас глобально по Dash. Я вам объясню, в принципе, целую ситуацию по Dash. По Dash глобально мы видим то, что мы находимся почти на тех отметках, которые давали нам на медвежьем рынке. В общем, данная зеленая зона, которую я выделил, это самые приемлемые цены для моей закупки. Здесь я планирую действительно плотно закупиться, если данные ценовые отметки дадут, во что я действительно не очень верю на самом деле. Собственно, пока я не покупаю, потому что смысла в этом не вижу. На данный момент у меня достаточное количество средств лежит в Dash, и по факту я готов данные уже объемы нести наверх. То есть я не жадничаю, я не лезу полной котлетой, разумеется, в рынок, потому что это глупо. Нужно всегда иметь в голове два сценария. Первый — это поход наверх, второй — это поход на низ. Если идем на низ, разумеется, вы докупаетесь. Если идем наверх, то что делаете? Конечно же, фиксируете свою прибыль постепенно. Почему у Dash есть потенциал на последующий рост? Во-первых, это ограниченная эмиссия. Во-вторых, этой ограниченной эмиссией это все не ограничивается, потому что эмиссия уменьшается с каждым годом на 7%. То есть, допустим, у биткоина 21 миллион монет всего. То есть всего в циркуляции может быть 21 миллион монет. У Dash на сегодняшний день максимально может быть 18 миллионов 900 монет. И 4 июня эмиссия уменьшится на 7%. И так каждый год, дорогие друзья. В общем, эмиссия на Dash уменьшается каждый год. И эмиссии становится все меньше и меньше, разумеется. Тем самым будет дефицит. Тем самым будет разгон цены в будущем в любом случае, когда все монеты намайнятся, а они намайнятся намного быстрее, чем на биткоине. Собственно, дефицит на Dash наступит, и, конечно же, рост цены к нам придет. Следующее – это низкие, разумеется, комиссии. Низкие комиссии, дорогие друзья, то есть отсылаете любую сумму, получаете там комиссию 6 центов, 10 центов максимум. В общем, это просто копейки, которые вас не коснутся. Отправляете через Dash и просто живете без комиссий, без налогов, без ничего. Поэтому крипта в целом это будущее. Тем более криптовалюта с низкой комиссией. Следующее, это скорость транзакции. Вот, допустим, вы хотите с банка отправить в другую страну. В России, допустим, сейчас это не предоставляется вообще возможным, потому что Россию отключили от свифта. Теперь, что остается нам делать? Теперь нам остается переходить на криптовалюту, и люди постепенно потянутся в криптовалюту в любом случае. Единственный выход России – это криптовалюта на данный момент. Я вижу будущее таковым, дорогие друзья. В общем, скорость транзакции. Я говорил о скорости транзакции. Да, действительно, даже через банк. Сейчас хоть это и не предоставляется возможно, но когда предоставлялось, банк все равно работал намного медленнее, чем, разумеется, криптовалюта. Допустим, в Dash отправляешь, за секунду все к тебе приходит, и все отлично. В любую точку мира, без надзора, без налогов, и, разумеется, все децентрализовано. В общем, крипта – это будущее, Dash – это часть нашего будущего, Dash – это основоположник оплаты криптовалютой, потому что Dash – это самая лучшая криптовалюта, на мой взгляд, дорогие друзья. К тому же, Dash по сей день развивается, имеет сильную команду разработчиков, и это старичок с выслугой лет, который продолжает по сей день себя реализовывать. Поэтому смотрите здраво, подбирайте правильную криптовалюту, и в будущем мы с вами обязательно заработаем. Просто нужно готовиться ко всему заранее. Покупали бы вы биткоин за 1000, сейчас были бы, разумеется, в плюсе, потому что биткоин стоит 40 тысяч. Поэтому готовьтесь ко всему заранее. Данные ценовые отметки – это мизер по сравнению с тем, что мы увидим через 5 лет, через 10 лет. Через 5-10 лет мы увидим такие ценовые отметки, которые нам даже и не снились
через 5-10 лет мы действительно увидим с вами то, к чему мы сейчас и готовимся. Готовимся мы с вами к росту по Dash, к росту по биткоину и колоссально высокие отметки на этих криптовалютах, разумеется. То есть Dash минимум 50 тысяч долларов, биткоин минимум, разумеется, 200-300 тысяч долларов. Все это мы увидим в будущем и, разумеется, нам остается сейчас только готовиться, ждать и халдить. Потому что самый лучший инвестор – это тот, который никогда не зафиксирует свои, разумеется, активы. В общем, дорогие друзья, в Dash у меня огромная вера, и я действительно даю потенциал сильной данной монете. Я верю, то, что она действительно достигнет высоких ценовых отметок, потому что за ней стоит сильный проект. Действительно сильный проект, который по сей день развивается. В принципе, за которым есть выслуга лет, который развивается уже довольно долгий промежуток времени и по сей день продолжает это делать. В общем, Dash мой фаворит. Собственно, из тех альткоинов, в которые я точно уверен, это Dash. Можете присмотреться, он находится по факту сейчас почти на днище. Можно сказать, что он на днище, потому что данные ценовые отметки у нас были на медвежьем рынке. Поэтому я считаю то, что я, в принципе, закупился нормально, усреднил цену свою нормально, и по сей день я продолжаю накапливать данную монету и буду продолжать накапливать в случае дальнейшего падения. В общем, зайдем теперь на биткоин и посмотрим локально на биткоин. Что у нас здесь? Здесь у нас коридор, мы здесь только флетимся и все. Как видим, у нас восходящий такой, можно сказать, тренд наверх, и мы здесь поджимаемся. Что это нам говорит, дорогие друзья? Это нам говорит то, что цену здесь сдерживают. Цену не пускают ни ниже, не пускают ее выше, разумеется. Значит, цена еще не готова идти наверх, если мы идем. Значит, нужно выбрать, разумеется, данных молодых людей, которые начали обильно лонговать. Мне это не нравится, и, разумеется, манипулятору это тоже не нравится. Мы пойдем только с пустой ракетой наверх, только с пустой ракетой. Поэтому, дорогие друзья, не спешите влетать полной котлетой никогда. Это, в принципе, рекомендация от меня, потому что я сам так делаю. Я не влетаю полной котлетой, я постепенно, маленькими частями захожу в рынок. И это, в принципе, дало мне возможность сейчас находиться в хорошем плюсе по биткоину и, разумеется, усреднить свою цену покупки Dash'а на 105 долларов примерно. Собственно, дорогие друзья, нахожусь я, в принципе, в плюсе по крипторыночку, и я доволен то, что я начал с ним работу. Заработать еще можно, скажу то есть сразу, заработать можно, просто нужно подбирать правильную криптовалюту и, конечно же, не спешить с рынком. То есть набирайте постепенно, плавно и, разумеется, разбирайтесь здесь. Изучайте проекты, набирайте проекты, которые действительно пригодятся в будущем. Не какой-то шлак, а действительно сильные проекты, и потом к 2025-30 году мы уже увидим действительно то, чего ждем. То есть это будут колоссальные отметки по биткоину, потому что уже институционалы все точно придут к тому времени в биткоин. Уже все, разумеется, страны примут биткоин и криптовалюту в целом, обложат, разумеется, ее налогами, и все будет функционировать уже законно и нормально. Собственно, все будет в будущем, просто нужно подождать, и сейчас я рекомендую готовиться к этому всему, потому что сам я этим и занимаюсь. Я готовлюсь, я докупаюсь, я, в принципе, накапливаю биткоин, накапливаю Dash, накапливаю другую криптовалюту. Собственно, я буду продолжать это делать до тех пор, пока я не увижу тех отметок, которые я жду. Это минимум 100 тысяч за биткоин, после чего я буду переливать биткоин в Dash. После этого я буду, разумеется, фиксировать прибыли на Dash, потому что Dash покажет себя, когда биткоин, разумеется, тоже покажет себя. Когда биткоин начнет скатываться, мы увидим альт-сезон, это будет нормально, потому что на данный момент мы находимся в биткоин-сезоне, и это отлично, дорогие друзья. Потом мы пойдем в альт-сезон, это тоже будет нормально. Пока что биткоин растет, пока биткоин набирает свою капитализацию, и это отлично, потому что сначала капитализация должна потечь в биткоин, биткоин должен показать свои пики, биткоин должен показать весь свой потенциал. После этого мы пойдем, разумеется, в альткоин-сезон. Альткоины, которые совершенно ничего не показали, такие как Dash, они будут себя показывать, и мы увидим действительно те отметки, которые от данных альткоинов мы ждем. Собственно, я жду именно этого. Мой план игры он таков, и я верю в продолжение роста по биткоину и Dash в целом, поэтому я накапливаю данные криптовалюты. Собственно, если посмотреть на историю, то видно, самое лучшее время — это когда у нас чрезвычайный страх. На данный момент у нас чрезвычайный страх, на данный момент у нас все боятся, на данный момент на рынке, разумеется, неразбериха, и на данный момент люди пытаются отчаянно лонговать, которые уже, скорее всего, в диком минусе из-за ваших плечей. Собственно, что я вижу в будущем? Я вижу то, что мы, разумеется, сбреем лонгистов, я вижу то, что мы начнем, наконец-таки, отрастать, поэтому я и накапливал, накапливаю, и буду продолжать накапливать криптовалюту в любом случае. Меня не интересуют наши локальные отметки, совершенно не интересует меня краткосрок.
Меня интересуют глобальные цели, и к данным глобальным целям я готовлюсь. Я более чем уверен, что у меня получится здесь заработать, и заработать очень хорошо. На данный момент я инвестирую только свободные, разумеется, заработанные деньги, которые я готов отложить и инвестировать в криптовалюту. Я готов откладывать эти деньги, и они сохранят мою покупательную способность в будущем за счет того, что они будут лежать, разумеется, в криптовалюте. Поэтому я продолжаю набирать, я буду набирать до тех пор, пока мы не начнем расти. Самое лучшее время прямо сейчас. Начинайте изучать, начинайте зарабатывать, разумеется, потому что вам никто никогда не скажет, где, разумеется, ваша золотая жила. Никто никогда не скажет. Вы должны сами методом тыка, методом подбора подбирать, разумеется, рисковать, инвестировать, что-то пробовать, что-то новое, развиваться, разумеется. Никто вам никогда не тыкнет, разумеется, пальцами, не скажет здесь. Никто и никогда. Никто никогда не сказал вам, что биткоин по $10 это хорошая цена. Никто никогда не говорил нам, что биткоин по $100 это хорошая цена. Все говорили, что биткоин $100, он упадет. Потом биткоин $1000, он упадет. Потом говорили, биткоин $10,000, и он упадет. И в итоге, что мы видим то, что биткоин на данный момент торгуется по отметкам $40,000. И сейчас говорят, что биткоин будет падать, биткоин схлопнется, пузырь лопнет, все закончится. Но потом, когда биткоин будет стоить 400 тысяч, все будут говорить, что биткоин упадет, биткоин схлопнется, и здесь уже точно хай битка. В общем, я в это не верю, я верю исключительно себе, исключительно тем знаниям, которые я приобрел на данном рынке. Я готов держать, я готов накапливать, и я заработаю за счет этого в будущем, я более чем уверен. Собственно, мои свободные деньги находятся в криптовалюте, собственно, мои свободные деньги продолжают литься в криптовалюту, и в будущем я сниму видеоролик, в котором сделаю отчет по своим финансам и скажу, сколько я заработал на криптовалюте в целом, сколько, разумеется, я планирую оставить в криптовалюте и какой процент я заберу. Собственно, все это будет в будущем, поэтому развивайтесь прямо сейчас, покупайте на чрезвычайном страхе, продавайте на эйфории и будете, разумеется, в плюсе. Кто хочет со мной обучаться, ссылка на мое обучение есть в описании. Приобретайте курс, вступайте в команду, будем развиваться и двигаться вместе, дорогие друзья. Заработать еще можно, и мы будем с вами использовать данное время по максимуму. Я верю в криптовалюту в целом, я действительно собираюсь здесь развиваться и здесь заземляться, дорогие друзья. В общем, я инвестирую, я зарабатываю, у меня получается и получится еще больше, потому что я халжу, я не дергаюсь, разумеется, я не спекулирую, я действительно здесь зарабатываю. Я исключительно зарабатываю, я смотрю то, что делают крупные капиталы, я делаю то же самое, и пока что меня это не подвело. Пока что я нахожусь в плюсе и продолжаю, разумеется, в нем находиться. Пока биткоин меня тянет, пока меня тянут мои, разумеется, другие криптоактивы, сразу огорчу тех медведей, которые верят в медвежку, что медвежка наступит только если мы закрепимся ниже 30 тысяч хотя бы ниже 30 тысяч, то есть свечой мы должны закрепиться и там торговаться долгий промежуток времени. Пока я не могу сказать, что мы находимся в медвежьем рынке, пока я вижу весь потенциал на рост, я вижу потенциал на коррекцию, на сбривание, разумеется, лонгов, и вижу потенциал на рынок в будущем. Поэтому я продолжаю здесь работать, продолжаю анализировать, продолжаю изучать, и в будущем мне это все, разумеется, обернется лучшей стороной. Собственно, дорогие друзья, на сегодня у меня все, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк, если не поставили, также вступайте к нам в Telegram, ссылка на мое обучение есть в описании. Всем спасибо и всем пока, друзья!